По улице Казыбек-Би в Таразе водитель автомобиля марки Honda, не справившись с управлением транспортного средства, совершил ДТП. На кадрах любительской съемки видно, что машина буквально протаранила небольшой кондитерский киоск, расположенный близ автобусной остановки. Так как произошло ДТП в ночное время, на остановке людей не было, как и в магазине. Пострадала девушка, которая находилась в машине. Причины аварии неизвестны. В результате дорожно-транспортного происшествия находившаяся в машине гражданка доставлена в больницу города Тараз. Уважаемые водители, соблюдайте правила дорожного движения и не превышайте скорость.